Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня у нас в гостях Даша с прекрасного Лондона. Она доктор, и поговорим мы об обучении. Всем привет! Привет, Даша. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Здравствуйте, подписчики. И я сейчас нахожусь, как вы уже поняли, в Англии. Всю свою жизнь я работала доктором, работала я доктором и в Владивостоке, и в Санкт-Петербурге. И в 33 года, собственно, год назад, я решила, наконец-то, потому что это была моя мечта, много лет, я решила переехать в Англию и выбрала путь не подтверждения моего медицинского диплома, да, а научный путь, потому что я всегда хотела заниматься наукой. И после 16 лет непрерывных работы в больницах, я подумала, что, наверное, пора исполнить вторую свою мечту, поучиться в зарубежном вузе и заняться все-таки своей научной карьерой. Вот поэтому я здесь сейчас учусь в магистратуре. Значит, изначально я вообще готовилась для переезда в Канаду. У меня все были документы готовы для переезда в Канаду, но тут возник ковид. И я стала срочно думать, куда же мне поехать. Был вариант в Америку поехать сразу, там поступать на PhD, но Америка была, немного дороже, были непонятки, что там с медициной, что там с этими выборами, да, и Англия в этом смысле мне показалась очень стабильной страной. И второй просто жирный плюс, который вообще перевесил все, это как раз-таки моя виза, потому что с 2020 года в Англии возникла новая, из-за того, что они вышли из ЕС, появилась новая виза для студентов, называется она постстади виза, которая позволяет вам после обучения в Англии остаться здесь еще в стране легально, без рабочего контракта, то есть вне зависимости от того, нашли вы работу или нет, вы можете легально здесь оставаться на территории Англии после учебы еще два года. И раньше это было просто невозможно, и поэтому я подумала, это вообще идеальная просто страна для меня. Поэтому я оформила студенческую визу, она называется TR4 виза. По этой визе можно привезти с собой супруга или молодого человека, там, молодую девушку, то есть партнера, да, вам не обязательно быть официально в браке, если вы в отношениях состоите больше 2 лет. То есть, в принципе, ну, по большому счету, это такой, как бы, очень хороший вариант для эмиграции через учебу. TR4 виза вам дается. Партнер ваш едет вместе с вами с правом на работу, да, можно как-то закрывать, так сказать, этот финансовый дыры после того, как вы оплатили учебу здесь. И после того, как вы получаете диплом, то есть в моем случае я летом, я надеюсь, да, скрестили пальцы, я надеюсь, я получу диплом, и у меня будет возможность остаться еще здесь в стране до 2025 года. Может, и больше, да? А больше только при наличии моего рабочего контракта. То есть вот после... То есть вопрос, планирую ли я остаться дольше? Да, я планирую остаться дольше, но официально вот только так. То есть TR4 виза дается примерно, если у вас годичный курс, она дается с, так сказать, гэпом, да, с запасом. То есть она всего будет где-то 1 год и 6 месяцев. Плюс 2 года после визы, то есть итого 3,5 года. В принципе, оплатив всего лишь год учебы, в настоящее время это один из самых прекрасных способов для иммиграции. Такие же программы есть в Канаде, такие же программы есть в Австралии, в Новой Зеландии. Но эти страны из-за ковида сейчас закрыты и вообще непонятно, когда они откроются. Учеба здесь, она кардинально отличается, особенно потому, что сейчас ковид, потому что у нас очень много всего было удаленно, но, слава богу, меня сейчас уже вернули в лабораторию, потому что у меня ресерч, и у меня ресерч такой больше нейроэндокринологический, то есть у меня там есть, у меня диссертация по стрессу, у меня там есть некие стрессованные мышки, и мне нужно там определенный гормон у них найти, выделить там и так далее. А здесь намного выше и больше финансирования, это то, что я вижу, то есть прекрасные лаборатории, прекрасные, я сейчас нахожусь в библиотеке, да, прекрасные библиотеки, очень красивые кампусы, естественно, это все стоит совершенно других денег, чем в России, то есть в России вы можете получить бесплатное образование,
и так далее. Здесь, конечно, бесплатного образования даже для местных нету. И качество, вы знаете, наверное, то есть вот я сравниваю медицинский университет, я не могу сказать, что там было плохое качество образования. То есть там были прекрасные преподаватели, прекрасные лекторы. Но финансирование, да, вот эти манекены все старенькие, у нас там были очень уставшие препараты для анатомии, как бы, скажем так, вот эти... Мягко говоря, да? Да, мягко говоря, они были не очень. То есть, конечно же, ну, если вы посмотрите рейтинги, да, мировые рейтинги вузов, вот вы можете посмотреть, что там в мире находится на первых местах. И, к сожалению, не очень много российских вузов там находится. Насколько я помню, это может быть МГУ и Ломоносов. Ну, то есть буквально там парочка вузов, а все остальные вузы, которые находятся там в небольших российских городах, они совершенно не в рейтингах. И мне нравится здесь образование, но оно отличается тем, что у нас в России есть вот это вот, знаете, тяните билет, там вот это вот все, а здесь ты бесконечно пишешь эссе. И вот это вот то, что у меня, допустим, вызывало вообще просто огромный диссонанс, потому что я-то не писатель, я-то, понимаете, у нас в медицинском университете, ну, это больше там как-то научиться, что-то там, внутривенные инъекции, там, значит, потом, ну, все, в общем, практическое, да? А здесь оказывается, что нужно еще уметь писать, нужно делать именно вот как, знаете, статьи в научных журналах. То есть, в принципе, нас учат писать в научные журналы. И для меня это вызывало огромную сложность, потому что я этого никогда не делала. И поэтому я вот сегодня суббота, я сижу в библиотеке, я пришла сюда в 10 часов утра с перерывом на обед, и я уйду отсюда в 7 часов вечера. Вот. То есть учиться надо, несмотря на то, что у меня так называемый full-time, да, у меня действительно много свободного времени, лекции только два раза в неделю, все остальное время ты как бы свободен, но как бы объем работы такой, что в принципе вот тут можно официально работать, еще такой как бы помощь для студентов, что ты можешь официально работать 20 часов в неделю. А минималка в Лондоне, оплата 11 фунтов в час, то есть, в принципе, ты можешь, работая, перекрыть себе расходы на жилье. Расходы на жилье где-то 500 фунтов и выше в месяц, а зарабатывать ты будешь, там, скажем, 800. Но это тяжело. То есть это реально тяжело, несмотря на то, что я весь медицинский университет, я работала там и санитарочкой, и медсестрой, училась в медицинском вузе, здесь я как бы решила сфокусироваться. То есть у меня всего лишь год. И вот тоже такая ремарка, если кто-то хочет поехать, то, ребята, едьте, пожалуйста, на 2 года, потому что год, он пролетает просто вот, то есть вот так. И, ну, и как бы больше возможностей, тут есть всякие дни карьеры, всякие собеседования тоже, которые именно на, значит, сайта вакансии идут сначала запросы в университеты, а потом уже эти вакансии выкидываются в общий доступ. То есть вы через сайт, через карьерный сайт университета можете найти какие-то эксклюзивные вакансии. И, соответственно, чем больше вы находитесь в университете, у вас просто будет больше связей, и потом будет больше возможностей куда-то устроиться. Вот. Что еще интересно? Даша, расскажи, пожалуйста, вот про стипендию. Ну, если не секрет, конечно, пока стипендий хватает, не хватает. Там. Нет, нет, здесь нет стипендии, вы платите за образование. Есть единицы людей, которые поступают на PhD, это в аспирантуру, и они учатся бесплатно, они делают научную работу, и плюс получают стипендию где-то, ну, 1000-1500 фунтов, в зависимости от вуза и города. В Лондоне таких ребят я не знаю, я знаю вот Ксению в Бирмингеме, но она уже конкретно в науке на 4 года привязана к этому профессору. То есть она как бы даже стипендию получает больше не от университета, а под свой проект. То есть она не может сменить проректора, она не может сменить вот этого своего супервайзера, да, который на проекте, и она вообще ничего не может сменить. Соответственно, моя программа магистратура, она,
ну, скажем так, может быть, там один какой-то случай из 100 бывает с полной стипендией, но я плачу сама, и мне университет дал небольшую стипендию, несколько тысяч фунтов, буквально, ну, знаете, когда ты платишь там 15, а тебе дают там, ну, условно говоря, 3, ну, вот как-то так. То есть вам могут сделать, условно говоря, скидку там 10-20% от обучения. Бывают Оксфорд, Кембридж, у них, кстати, тоже это большое заблуждение, что в них сложно поступить, в них не сложно поступить. Там обучение стоит 20-30 тысяч фунтов, вот такие университеты могут дать скидку 30%. Но, в принципе, образование здесь платное, естественно, никаких финансовой поддержки от университета в течение семестра у вас нету. Плюс вам нужно еще заплатить самостоятельно за жилье и так далее. Если вы едете заниматься наукой в аспирантуру, то вообще считается, что, конечно, моветон ехать в аспирантуру и платить за нее свои деньги, потому что вы фактически так вот продаете себя в рабство определенному профессору. Поэтому, да, поэтому я, конечно, плачу сама за свое образование. Квартиру, скажем так, студентам, мне кажется, снимать бессмысленно, потому что это действительно очень дорого в Лондоне. Квартира в Лондоне, наверное, стоит от 1300 долларов в месяц, и это как бы, ну, это дорого, это минимум. То есть я снимаю комнату, у меня очень дешевая комната, и это все из-за COVID, потому что сейчас очень мало студентов в таком хорошем доме, в теплом, потому что в Англии есть проблема, дома холодные, дома ночью, господи, они не ночью, они зимой не топятся, и к этому нужно привыкнуть. Значит, моя комната стоит 700 фунтов в месяц, это где-то 900 долларов, то есть на самом деле не намного меньше, чем квартира, но я лично советую, конечно, так как я сюда собиралась переезжать с мужем, и мы искали жилье, чтобы можно было жить вдвоем. Если человек едет один, то, конечно, ему лучше снимать комнату в общаге. Комната в общаге стоит от 500 долларов. И это один человек. Здесь нет вот эти вот 4 койки, там, как у нас. Здесь это вообще не может быть. Это, ну, это просто невозможно. То есть в общежитии ты живешь один. Твоя комнатка просто с общей кухней и иногда с общим туалетом. Но в комнате ты один спишь. Это важно. Стоит, ну вот, 500 долларов, наверное, самый минимум. Здесь, значит, когда вы подаете на визу, вы должны показать деньги на все обучение ваше, то есть в моем случае это было там 15 тысяч фунтов, да, и деньги на первые 9 месяцев проживания по минимальному, так сказать, рейту. То есть в Лондоне это 1100 фунтов минималка, да, считается на месяц, в других городах 900. И вот вы умножаете там 9 месяцев на 1000. То есть я показывала на счету, на меня и на супруга, чтобы нам, в принципе, начали процесс рассмотрения виз, 2,5 миллиона рублей. Это 25 тысяч фунтов. И если вы едете сюда, то как бы нужно понимать, где вы эти деньги там, я не знаю, займете и так далее. Эти деньги должны быть на счету 28 дней. Неважно, вы взяли кредит, вы взяли у мамы, вы взяли там, я не знаю, у родственников заняли. Да. Но эти деньги 28 дней должны пролежать, потом вы берете выписку, что вот они были 28 дней, и потом уже с этими документами вы идете оформлять визу в Великобританию. И, в принципе, я вам могу сказать, что у меня вот так вот траты и выходят 1000 фунтов в месяц, в принципе, так и есть. То есть продукты здесь недорогие, но все равно Лондон очень дорогой город. То есть это как бы нужно понимать. Да, проезд там стоит в метро иногда там 500 рублей, да, 5 фунтов. Какие-то достопримечательности, ну, я нигде не была, потому что у нас локдаун сейчас, с декабря месяца, опять же, можно сэкономить деньги. Но, например, там, ну, я не знаю, Стоунхендж, да, Стоунхендж, там вот это знаменитые эти камушки, там 30 долларов. 30 долларов — это там 2200 рублей, ну, и так далее. То есть это, конечно, дорогой город, и нужно понимать, как бы, зачем вы конкретно сюда едете, что здесь огромная конкуренция в работе потом будет, и не факт вообще, что вы закончите здесь учебу и устроитесь на работу, на, вот, как он говорит, по специальности.
Мне немножко проще, потому что я нутрициолог, и я сразу смогу начать частные консультации. То есть просто поставить объявление, да, и консультировать людей по скайпу, да, условно говоря. И вот еще такой момент по визе. ТР-4 по студенческой, у вас там будет таких 4 листа, которые нужно тоже прочитать, ограничений того, что вы можете делать. Например, вы не можете работать курьером, например, вы не можете работать консультантом или, ну вот, например, я думала преподавать анатомию, да, биологию, химию, я этого официально делать не могу. Вы не можете... Ну, то есть фактически, по большому счету, вы можете быть на момент студенческой визы официантом, какой-то healthcare assistant, это типа наш санитар. Ну, вот что-то такое может быть в каких-то приютах для собак, вы можете волонтерить там и так далее. То есть на самом деле, да, нужно понимать, что работать вы можете, но список этих работ, он очень лимитирован. Но потом зато вот вы получаете... право на нахождение в Англии на несколько лет, что круто. Ну, хоть какая-то работа можно совмещать, это уже хорошо, хоть ну, что-то. Да, в принципе, официантом в Лондоне, как бы, если нету никаких там ожиданий, что вот я там не поеду в другую страну, чтобы там мыть полы или работать официантом, то работы полно, работа есть. Ну, и на сегодняшний момент, я говорю, это один из самых привлекательных способов для иммиграции, почему вот я могу сказать, да, почему я выбрала Англию, почему я выбрала заплатить кучу денег, или, например, я не выбрала Германию, потому что мое обучение в Германии, то есть на точно такую же специальность, на английском языке, это называется Master of Science in Nutrition, в Германии обучение бы стоило 1000 евро в год, вот. Но я не хотела жить в Германии, потому что я сразу хотела ехать в страну, на языке, который я говорю. И вот это очень важно. И вот это вот самое большое, кстати, препятствие, которое может быть для ребят, которые хотят переехать. О, я хочу переехать, у меня родители готовы заплатить деньги, но я не знаю английский. Ну, блин, тогда езжайте на языковые курсы, например, на полгода, выучите английский или там, неважно какой язык, и уже потом, значит, переезжайте как студент. Потому что, конечно, я могу сказать, для магистратуры у меня IELTS был 7, это было, потом я сдала еще внутренний экзамен от университета, у меня был уровень C1, ну, то есть он как бы, это нормально. Я могу сказать, что мне не хватает моего C1, чтобы писать как ученый. То есть я, если честно, пишу, мне кажется, просто как, ну, как такая дикая троечница. Вот, ну, к сожалению, то есть да, я никогда не жила за границей, да, я никогда не писала огромное количество работ. То есть на сегодняшний день, мне кажется, я уже больше 100 страниц написала на английском языке, и это для меня просто... То есть когда я только сюда приехала, для меня 3 страницы было вообще успех. То есть я думала, что я супер классная, крутая и вообще невероятная. А сейчас я понимаю, что... Ну, то есть... Я говорю, мой совет – учите, пожалуйста, английский, если вы едете в англоязычную страну, потому что без английского, ну, вот как бы нет. Ну, то есть представляете себе, вот вы разговариваете с человеком по-русски, который, ну, не знает русский. Вот как вы себя чувствуете? Вот там, я не знаю, там с каким-то, не знаю. Ну, вот представьте себе, и как бы, то есть, ну, вы вроде его понимаете, на работу вы его, конечно, не возьмете. Даже если он классный, даже если он там будет хороший специалист и весь такой. Но в целом вы, конечно, должны понимать, что в Лондоне огромная конкуренция. И на любое место стоит куча людей, например, из Индии, у которых все-таки английский родной. И, ну, то есть, как бы, чтобы быть конкурентоспособным, нужно английский знать хотя бы на уровне людей из Индии. Как-то так. Ну, это да. Что еще интересно спрашивать? А все другое, вообще все другое. То есть я переезжала уже с огромным бэкграундом путешественника. Я объездила огромное количество стран, то есть у меня не было проблемы там найти жилье, я сразу купила машину.
Я думаю, что вы дадите даже ссылочку на мой YouTube-канал, вот, где я веду влоги. Я сразу, в принципе, я в первую неделю устроилась на работу, как это ни странно, и вот как раз healthcare assistant за 13 фунтов в час, но женщина, у которой я жила, она не разрешила мне работать, она сказала, что ты будешь в контакте, значит, с COVID, принесешь ко мне COVID, и я умру. И я поэтому вот отказалась от этой работы, а потом, когда я уже переехала в другое место, там тоже был у меня лендлорд, вот с которым я до сих пор живу, ему 52 года, у него диабет, и я подумала, блин, ну может это действительно как-то эгоистично в пандемию с достаточно каким возрастным человеком работать, ну healthcare assistant, опять же, это наша санитарочка, и я решила не работать. И вот, конечно, тяжело в том смысле, что я где-то там что-то подрабатываю полулегально курьером на машине, но, в принципе, у меня нет работы. И вот эта вот история, что там я заняла определенную сумму денег, да, я вот решила, что я займу, потому что мне так будет легче, но все равно, то есть ты как бы без денег, ты еще, у тебя нету понимания, да, у меня нету никакого контракта. Следующая моя виза, просто чтобы остаться здесь в стране, она будет стоить 2000 фунтов, то есть это 200 тысяч рублей, и мне нужно эти деньги где-то взять, то есть, возможно, я тоже летом пойду работать официантом. Вот, то есть, конечно, сложности иммигранта, сложности того, что в Англии не прямое общение, то есть такое немножко такое вот пассивно-агрессивное. Здесь, в принципе, люди добрее, люди как-то толерантнее, да, к чему-то, но тебе напрямую никто не скажет. Тебе не скажут напрямую про там, что ты там плохо говоришь по-английски, например, да? Но как бы тебе откажут, и ты не всегда даже понимаешь причину. То есть у меня есть такой фильм «Паддингтон» про Мишку, который приехал в Лондон. Не видела? Mm-hmm. Ну вот этот фильм «Паддингтон», он как раз про будни иммигранта, что ты не совсем как бы знаешь законы того общества, в которое ты приехал, естественно, потому что с другого места, и все равно будут какие-то косяки, там, по мелочи, не по мелочи, когда-то ты там можешь какие-то слова неправильно употребить, когда-то тебя вообще не поймут. Вот. Плюс локдаун. Конечно, в Англии это большая сложность, потому что я не ожидала, что мы будем вот прям заперты, значит, дома. И что еще? Да, в принципе, ну, опять же, у меня не было как бы идеализации Англии. Наверное, если вы думаете, что вот это прям там, не знаю, самая лучшая страна и так далее, то есть я, во-первых, я уже была в Лондоне, раз 10 до тех пор, пока я сюда приехала. И для меня не было там, ну, какие-то вещи. Ну, наверное, короче, основная трудность такая. Иногда ты просто не понимаешь людей. То есть тебе как бы говорят фразу, а ты не понял. Вот. Потому что английский акцент, потому что там какой-нибудь там еще что-то. И вот это вот, конечно, может быть очень тяжело для людей. Ну, плюс друзья, которых нет. Ну, это, думаю, временно тоже друзья появятся. Ну да, но все равно. Ну и вообще считается так, есть две формулы. Первая формула — это на 6-8 месяц будет все равно такое отторжение, да, чужой страны, чужого языка. Вот я сейчас здесь 7 месяц, я все жду. У меня в какой-то момент в январе, в середине локдауна второго, уже было такое, что меня стало раздражать, так было где-то неделю, меня стало раздражать английская речь. Просто вот это вот все прям хотелось их так вот передразнивать. Но как бы потом меня отпустило. И второй момент — адаптация. Вот я приехала. Возраст на момент приезда нужно разделить на 4. И тогда ты получишь количество лет на адаптацию. Вот я приехала, условно говоря, в 32. Делим на 4, получается 8 лет. 8 лет у меня займет адаптация в Англии. И это как бы так вот статистически все иммигранты подтверждают, что да, наверное, примерно так и есть. Именно поэтому во многие миграционные программы людей после 35 уже не приглашают, потому что считается, что ты, ну, в большинстве случаев, да, что человек не сможет адаптироваться. Ну, как бы здесь все по-другому. Вот, как бы вроде то же самое, но даже вот эти вот разговоры
Есть такая книжка «Наблюдая за англичанами». И вот очень всем советую прочитать, кто едет в Англию, потому что много очень моментов, вот это вот разговоры о погоде, когда ты говоришь вообще совершенно не про погоду. Как бы все понимают, что ты говоришь не про погоду, но вы как бы стоите, обсуждаете дождь. То есть к этому тоже нужно привыкнуть. Но в целом, почему вот если бы я сравнивала Америку и Англию, в Англии более чопорные, они более выстраивают рядом как бы дистанцию, да, но в то же время они очень культурные и воспитанные. Потому что я провела 10 лет в Санкт-Петербурге, прожила, и мне, конечно, хотелось, чтобы были музеи, чтобы были театры, чтобы были какие-то выставки, картинные галереи. А в Америке, получается, если ты не живешь там, не знаю, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, в Сиэтле, то у тебя будет как бы барбекю, как бы дом, иногда пляж, но в том же Майами, мне кажется, я бы не смогла просто жить, потому что там нету культурной жизни, да. И вот эта вот даже история про наряжаться, то есть про какую-то там помаду, сережки, вот эти все вещи, все-таки в Лондоне, ну, ты хоть как-то можешь там какие-то вещи, ну, условно говоря, как мама дяди Федора выгулять. А если ты приехал в Америку, во многие города, то, пожалуйста, треники, лосиночки. И, ну, как бы для меня это было важно. Для меня это было важно, чтобы... Конечно, в норковой шубе здесь не походишь. Тебя сразу эко-активисты обольют краской. Да, здесь достаточно агрессивные эко-активисты. И шуба моя, она осталась как бы в России, потому что в Англии уже давно идет политика против искусственного меха. Извиняюсь, против настоящего меха, за искусственный мех. Такие, знаете, неочевидные вещи, что шубы сюда брать не надо. Здесь шикарные пляжи, здесь шикарные пляжи. Просто я вот жду лета. То есть если вы наберете в интернете, напишите «пляжи Англии», то там некоторые пляжи будут выглядеть просто как тропики. Я сама не поверила. Я, правда, была там в декабре. Вот. Но там просто, там вообще вот почти стубали консультантам. Начать вообще спрашивать, какие есть варианты. Также люди иногда боятся выбрать страну. А вот если в Англии не понравится, там вот якобы, опять же, стереотип, что тут какая-то плохая погода. А в Америке там стреляют. А в Канаде там, не знаю, медведи. И вот человек весь такой вообще не знает, а в Австралии пауки. Ребята, когда вы сделаете уже первый шаг, вот этот первый шаг, что, условно говоря, вы приедете в Англию, будете здесь учиться, вам разонравится. Намного проще уже, когда вы пожили в Англии, когда визовые офицеры других стран видят, что вы уже пожили в Англии, когда люди, работодатели видят, что вы пожили в Англии, что у вас есть уже диплом, да, и вы говорите, все, не хочу в Англию, хочу в Америку. И вам намного проще уже с этим бэкграундом податься в Америку или податься в Австралию, или понять, например, что вы там, не знаю, хотите, может быть, свой какой-то бизнес, у вас уже есть какие-то наработки, у вас есть уже какие-то связи, вы можете уже здесь ходить, уже находясь здесь на территории страны, просить какое-то финансирование, вы уже знаете английский, вы уже как бы не живете в России, это уже совершенно вообще другой уровень существования. То есть совет очень простой, начните, а там разберетесь. Сделать первый шаг, да? Хотя бы сходить на консультацию вот к визовым. Ну, я не знаю, вы не визовые консультанты, вы, получается, консультанты по иммиграции, правильно? Да. Ну, вот к иммиграционным консультантам тогда. Узнать, какие... Ну, просто проконсультироваться. Просто проконсультироваться и понять вообще, какие шансы есть. Да, нет, да. Посмотреть. Вот сегодня, кстати, человек пишет. Ты не поверишь. Мне сегодня человек пишет. Здравствуйте. Хочу с семьей переехать в Лондон. Я говорю, здорово, сколько у вас денег? Он говорит, 10 тысяч долларов. Я говорю, какой у вас английский? Он мне говорит, beginner. Я говорю, не тратьте, пожалуйста, мое время, в ближайшее время в Лондон вы не переедете. И, может быть, конечно, я не права, но денег надо минимум, наверное. Ну, если у вас семья, то минимум 20 тысяч долларов. И, конечно, ребята, смотрите правде в глаза, английский нужен минимум, наверное, 5,5 IELTS. Ну вот это супер минимум. И плюс у вас еще должны быть люди,
как у меня, да, есть, например, у которых, если что, вы займете денег. Это тоже такой важный момент, потому что деньги закончатся, вы в другой стране, и часто человеку нужно буквально месяц-два, чтобы найти работу, чтобы как-то встать на ноги, чтобы вообще разобраться, но вот на эти два месяца обычно человеку как бы не хватает денег. И поэтому подумайте сразу так наперед, кого мы смогли бы занять денег, чтобы вы не метались где-то по вокзалам. Вот. Ну вот как-то так. Так что на самом деле иммиграция — это не страшно, если начать. То есть если не придумывать себе, как вот все будет печально. Вот, спасибо большое за это интервью. Надеюсь, оно кому-то поможет. Привет, спасибо за уделенное время, за полезную, интересную информацию. Ну, всем спасибо, тогда до новых встреч. Всё, пока. Всё, мы выключаемся.